В администрации Кировского района 24 ноября прошло очередное заседание коллегии. Одной из актуальных тем собрания стала работа администрации по выполнению концепции государственной жилищной политики Санкт-Петербурга на период с 2007 по 2011 год. Важным направлением ее стало сокращение городской очереди. Улучшить качество нуждающихся в жилых помещениях. На 1 января 2007 года находилось 23 468 семей. В результате реализации мероприятий, утвержденных концепцией за период с 2007 по 2011 год, очередь для получения жилья сокращена на 3329 семей или на 11350 человек. В 2011 году выделена особая категория городских очередников – семьи, имеющие детей-инвалидов. За год из 59 таких семей в Кировском районе были обеспечены жильем 52. В качестве нового направления улучшения жилищных условий очередников в ряде законов Санкт-Петербурга внесены изменения, которые позволяют гражданам получить квартиры по договору коммерческого найма. За круглым столом обсудили новое направление как инструмент привлечения специалистов в систему здравоохранения. Ресурсы есть, и надо его использовать по полной программе, тем более действительно. Единственная пока мотивация для человека прийти работать в клинической деятельности. Зарплаты вы его не мотивите, только жить. Одно из приоритетных направлений концепции также является расселение коммуналок. Так, в этом году на расселение подали заявление жители 441 коммунальной квартиры. При этом расселено 27 коммунальных квартир. Такая цифра напрямую связана с размером социальных выплат. Если изначально она составляла больше примерно 500 тысяч рублей, в этом году социальный выплат на человека в среднем составляет 160 тысяч. Администрация района ведется работа по расселению аварийных домов. За период с 2007 по 2010 год полностью расселены 10 аварийных домов и общежитий. В планах расселить еще 10 подобных домов и обеспечить жильем 260 семей.